В уссурийской версии битвы за Берлин сражались 54 человека. Бок о бок с опытными членами пейнтбольного клуба играли будущие защитники Отечества, суворовцы, уссурийские школьники и студенты. Наверное, наша задача молодого поколения через книги, через фильмы, через воспоминания записанные и через такие игры нести ту память. Поддержку тяжелой техники обеспечила уссурийская техническая школа ДОСААФ. Вместе с советской и немецкой пехотой в боевых действиях участвовали бронированный тягач и БТР. Помимо главного сражения за Рейхстаг, в игре были и другие сценарии. Участники зачищали занятую врагом сопку, сопровождали колонну и сражались за неизвестную высоту. За игровым воссозданием событий 45-го года наблюдали ветераны той самой войны. Родина, ребят, у нас одна. Это наша великая, мудрая Россия. Поэтому мы с вами будем, в конце концов, как и мы были, защищать свою родину. Историческая правда сражения была соблюдена и Рейхстаг захвачен. Однако по давней традиции форпоста в игре победила дружба. Евгений Талов, Сергей Удовиченко, Телемикс.